На телеканале «Беларусь 4» Гомель. Новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. В шаге от медали и гомельская команда «Энергия» двумя домашними победами начала серию за бронзу чемпионата Беларуси по волейболу среди мужских команд. Виктории на домашнем паркете над витебским «Марко» энергетикам дались непросто. Обе игры проходили по схожему сценарию. Выигрывая первую партию, далее хозяева паркета неизменно оказывались в роли догоняющих. Витебская «Дружина» оставляла за собой два сета. Гомельчане брали четвертую партию и на тайбреке оформляли победу. Третий матч серии за бронзу пройдет 13 апреля в Витебске. В финале столичные «Строители» и солигорский «Шахтер» обменялись победами. Хоккейный клуб «Гомель» одержал очередную победу в играх развития. На этот раз «Рыси» на домашнем льду были сильнее новополоцкого «Химика» 5-3. За гомельскую «Дружину» забрасывали дважды Хузеев, по разу Ревенко, Соломонов и Скоринов. Завтра гомельчане ждут в гости Витебск. После 6 проведенных игр с 15 очками «Гомель» возглавляет турнирную таблицу. Светлогорский ЦКК пропускает 25-й тур чемпионата Беларуси по мини-футболу, игры которого состоятся завтра. Гомельский БЧ играет дома, соперник – охрана «Динамо». Столичная команда замыкает восьмерку сильнейших, железнодорожники на 5-й позиции в чемпионате. Поединок состоится на паркете спорткомплекса «Локомотив», начало 18:00. Лидер таблицы ВРЗ сыграет на выезде, соперник – «Дорожник», неуступчивые минчане на 6-м месте в чемпионате. Женская команда гандбольного клуба «Гомель» завтра матчем против витебчанки открывает второй круг второго этапа чемпионата страны. Поединок пройдет в областном центре на арене Дворца игровых видов спорта. Начало 18:30. В минувший уикенд гомельчанки сыграли на выезде в ничью со своим главным соперником за чемпионство БНТУ «БелАЗ» и продолжают возглавлять турнирную таблицу чемпионата Беларуси. Команда из Рогачева выиграла общий зачет областных олимпийских дней молодежи по тяжелой атлетике среди юношей и девушек в возрасте до 17 лет. На втором месте расположилась команда Гомеля. Замкнули тройку сильнейших спортсменов из Лельчиц. Всего в Гомеле состязались около 250 человек из 18 спортивных школ региона. По результатам турнира будет сформирована сборная области для участия в республиканских олимпийских днях молодежи, которые пройдут в Гомеле в мае. На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь 4».